Здравствуйте, мои дорогие подписчики и гости канала. Сегодня у нас опять прогулка вечерняя после работы. Короткая, вечерняя. И мы приглашаем вас с нами. Погода прекрасная. Тихо, тепло, не жарко. Прогуляемся. Аля пошла проверять. Когда Ларис еще был небольшой, мы часто сюда тоже ходили. И вот жаркими летними днями вот там вот в той ванне была всегда вода. И он тут пил, мы его поили. Есть вода? Нема. Тут убирают старые засохшие яблони. На этом участке. Вот так сделали. Он так, если сядет рядом, он всегда на коленке норовит. Ничего не посажено, там спаржа, а тут ничего. Так заросло разными бурьянами. Ларри нашел лужу. Чопает уже. Любитель проверять лужи. А нам же тоже как-то надо перейти. Испугает этот забор. Да никогда. Вот куда вот это заросли и мы мне. А под ногами такое мягкое, да? Может это просто трава? О, это от комаров. Борьба с комарами. Ну, комары, они всегда побеждают. Так, вот эти вот заросли нам надо перейти, и мы будем на дороге. Все, мы благополучно выбрались.
тебе мы прозевала ее, как обычно. Я думала, там только вороны. А там и пара уточек вот в этом вот навозе. Странно. Аж хочется посмотреть, чтобы уточки были в такой воде. Тут вокруг навоз. Ну и лужа, конечно же. Но... Ой. Лучше снимал? Да. Боже, нравится птичкам эта лужа. Наверное, в ней что-то особенное живет. Вон булькают, наверное, лягушки. Воздух выпускают. И там много где. Ой. И Ларику нравится, что ли? Ой, Ларик. Ай, он даже хочет туда намочиться, смотри. Что за чудо-вода такая? Ларри, не подходи, не подходи, не подходи. Ларри, не надо, не надо. Вот это мы... Ой, еще дернулся от меня, боже. Вот это мы увидели чудо-воду, которая нравится всем птичкам и даже Ларику. Он даже туда прям хотел шею намочить. Грязевые ванны лечебные какие-то. Ну, мы тут знаем лужи почище. Мы к ним и идем купать Ларика. Ну, погода сегодня просто замечательная, да, Аль? Ветра нет вообще, комаров. Ну, только где кусты там какие-то. А так вот идем свободно. И не холодно нам, и не жарко. Ну, вообще, красота. Ладно, наверное, жарко. Начала раздеваться. Ну, сейчас комары ее оденут. О, какая сосунка. А тут чистенькая вода.
хвостики. Но еще с ногами, еще не лягушки. Землю, песок брали, видно, но воды уже немного. Проверяем лужицы. Ну тут песок, наверное, брали для какой-то стройки. Ларри там купается. Алёнушка с картины. Ларри, иди сюда, Ларри. Опять что-то попало, комар. Сюда, Ларри. Он в обход. Он как бы жив. Алька испортила. Надо, надо. Можно. Аля, он пошел искать воду там, где не смог достать. Нет, вернулся. А ну идем, а ну идем. Давай, давай. Через лес опять так же идти. Там в лесу комаров. И домой прогулялись. Ларри остался недоволен. Всего каких-то 2 вареных яйца дали ему. Он любит на прогулках вкусно покушать. Закат. На самом деле светло еще. И вот, ой, на закат, когда смотришь в экране, получается вечер. Да он и есть-то вечер, но не такой темный.
Вот оно, солнышко за деревья садится, горит огнем. Мы идем домой. Что-то увидел кого-то, а мы нет. Мы никого. Может, зайка? Вряд ли тоже играется. Убежал, да? Он так рванул, как будто кого-то учуял. Вижу, на цветочке сидят. Это они тут поют. О, конечно же, не видно. Да я вижу. Да он за птичками, небось, и бежал тогда. Да, ты бачила? Да. Я не бачила сегодня. Вот такая была сегодня прогулка. Чудесный вечер. Всего вам доброго, мира и добра, тепла и радости. И до новых встреч, до новых прогулок.